это куклы в основном по моим персонажам, которые я рисую и в комиксах, и в своих иллюстрациях, и на картинах изображаю тоже. Эти персонажи придуманы мной, у них есть имена, характеры, у них взаимоотношения и все такое, да. Куклы Lil Peep, потому что мне очень нравится его творчество, я вдохновлялась этим и решила сделать его куклу. А два других, вот верхний в шляпе и нижний с ушами зайца, это мои любимые персонажи, у них имена такие Шляпа и Псих. Вот, и они все время вместе тусуются, путешествуют по долине смерти, и они такие друзья, и, ну, в общем, у них такой характер, как бы жизнь в движении и узнавать что-то новое. Вот. В шляпе он еще изобретатель. Ну, это на самом деле просто спонтанная абстрактная картина из различных фактур. Я просто хотела изобразить разные фактуры, которые бы хотелось потрогать. И там есть и кусочки травы, и мех, и разные металлические предметы, пластиковые фотографии. Это как бы такой, как детский фактурный станок. То есть вот когда ребенок изучает мир, он хочет трогать. И вот эта вот картина про это. А, ну, это называется «Мировой океан», потому что я, например, озабочена там, проблемами мусора. Я занимаюсь раздельным сбором. Эта картина сделана полностью из крышечек, которые сплавлены вместе. Ну, как бы образует такое цветное, одновременно и красивое, и грустное зрелище. На самом деле, я считаю, что все мусор, даже произведение искусства, с каким-то, ну, имеет какой-то цикл жизни, и в конце концов они становятся тоже мусором часто. Я училась в театральной академии, и после просмотра каждого люди делали там весь семестр своей работы, делали макеты. После каждого просмотра помойка возле академии была наполнена макетами, работами и всем остальным. То есть это выбрасывалось. И это, ну, как бы нормально даже в художественной среде. Многие выбрасывают или сжигают свои работы. И я тоже. Ну, я в переработку стараюсь сдать. То есть на самом деле нет границы между мусором и чем-то еще. Все вещи, они в какой-то момент мусор, а в какой-то момент нужны. Это мы придаем смысл этим вещам. Мои работы, они посвящены освобождению творческого процесса от каких-то рамок. Вот, я исследую этот процесс именно через практики медитативные, ну и через, не знаю, исследования в области нейробиологии. Ну, то есть, как работают мозги, как работа мозга совмещается с работой сознания и как это вообще влияет на итоговый результат. Ну, вот. Ну и, соответственно, экспериментирую по освобождению от всех вот этих вот вещей, которые сознание замыливает, да, творческий процесс. Вот. И про это, собственно, моя работа. Помимо каллиграфии я не умею ничего. Я, если честно, ничего не жду. Мне просто было интересно, ну, получить этот опыт, приехать, показать себя людям, посмотреть вообще, что происходит в сфере творчества. Ну, прикоснуться к вот этой вот уже, к выставочной, так скажем, атмосфере, потому что, ну, очень много писал в стол, очень много неизданного, так скажем, ну и уже как бы первый выход в свет. А ты первый раз участвуешь в этом проекте? Да, первый раз. Ну и вообще выставка как бы первая. А, это твоя вообще первая выставка? Да, да, да. Ну, поздравляю тебя с дебютом. Спасибо, спасибо. Thank you.
это место, где собирается очень много очень гениальных, даже креативных людей, которые особо нигде не выставляются. Но сейчас я могу прийти сюда и посмотреть всех-всех-всех них. И прикоснуться к этому я тоже могу. И еще и побыть как бы в этом потоке, потому что ну, я участвую, я тоже создаю его. У меня все работы идут от медитации. Я вижу какую-то картинку и пытаюсь ее изобразить в своем стиле. То есть у тебя вот этот проект называется «Зеленый», предыдущий «Желтый», который был осенью, и тот, который был летом, он назывался... Как он назывался? «Первый срок». А скажи, все вот эти проекты, они взаимосвязаны? Ну, вообще, да. А ты ждешь в целом, в перспективе, то есть во что ты хотел бы, чтобы это все вылилось? В какую-то такую движуху, причем не только в одном городе, но... В Москве, мне кажется, можно сделать еще круче, там, больше художников. Просто в тусовку, типа, людей, которые, ну, делают что-то, ну, интересное. Эта работа очень старая, одна из первых выставленных в «Паразите», еще до того, как я начала снимать молодоженов, до того, как я начала делать силиконовые объекты. Это, ну, вообще одна из таких первых историй. Вот. И она вообще про алкоголь, про молодость, про прекрасную жизнь. Называется она «31 шаг от моей комнаты до виноводочного». И, в общем, я спускалась по лестнице от своей комнаты до виноводочного и поняла, что... Ну, это ровно 31 шаг, и каждый этот шаг я сфотографировала. Вот, и все эти фотографии здесь представлены. Вот, и наша паразитская выставка, она называлась как раз «31 действие». И я решила выставить эту прогулку. И она посвящена моим друзьям, которые приходили ко мне тогда в гости. И, ну, к сожалению, все это уже в прошлом, но работа осталась, и она есть, и она мне напоминает такое приятное время. Ну, я считаю, что этот проект, который делает вот Иван Владимирович, он очень крутой, потому что это единственная, на самом деле, мне кажется, полноценная, концептуально очень выстроенная история, где каждый художник может принять участие и вписаться со своими работами. И, по сути, это ценность этого проекта не в работах, а в том, что это живой организм, который выстраивают сами художники. Вот. И это такое арт-сообщество целиком. Вот, ну какая-то его часть. И художники сами выстраивают экспозицию и как-то позиционируют себя. И в этом еще есть какая-то свобода в том, что это может быть и концептуальное искусство, как, допустим, у меня, и какие-то совершенно разные работы, некоторые очень профессиональные, очень крутые вещи. И мне очень понравилось вообще половина всего, что здесь есть. Мы хотели посмотреть на такой наивный детский взгляд на то, что происходит, ну, политическая ситуация сейчас в России. И материалы, которые мы использовали, и сюжеты, которые мы использовали, они вот говорят о такой некой наивности и простоте отношения к такой сложной ситуации.
Так как здесь выставляются художники с своими мыслями, своими посылами, своими идеями, мы решили, что это тоже интересное место для того, чтобы мы могли вот протранслировать свою идею. А мне кажется, что для такого варианта немножко активистского искусства или активистского искусства как раз могут быть совершенно разные площадки, потому что если для каких-то более таких институционализированных штук у нас есть более там общепринятые галереи, мы примерно понимаем, где это, как правило, выставляется, то акционизм, активизм и все, что там к нему относится, не имеет какого-то конкретного четкого места, и смысл именно в том, что выставляется в очень разных местах. То есть там есть перспектива, как путь твой, и по ходу дела есть тучи, как некие препятствия или задачи, проще говоря. А сверху появляется сова, которая дает тебе знания о сути вещей. Ну, вообще-то цветооптическая иллюзия — это движущиеся ритмы цветов и света. Организатор писал, в этот раз будет тема, типа, мир, жизнь, все такое, я такая, типа, окей. Всему хорошему, как сказал организатор. Ну, типа, да, типа того, вот. Ну, то есть я поставила задачу и вот решила ее. А скажи, почему ты решила участвовать в этой выставке? Я участвовала до этого в выставке, которая в октябре была, вот, и мне понравилось, было весело, и я решила еще раз поучаствовать. У меня инсталляция. Ну, там, типа, дамочка-манекен, вот, у нее половина тела лава, а половина цветочки, мох, все такое. Вообще, как считается, да, извержение вулкана, и почва вулканическая потом более плодородная, чем была до этого. Ну, типа, вулканическая почва считается более плодородной. То есть, по факту, она все уничтожила, но потом там будет больше жизни, чем была до этого. Они все немножко круглые. Они все про какой-то овал или круг, или, в общем, никаких острых углов в этот раз. Все-таки Новый год. И поэтому они довольно, мне кажется, позитивные. Многие говорят, что в них есть какой-то элемент русскости. Вот. Но мне кажется, что... Не знаю. Мне кажется, что их связь друг с другом заключается именно в их форме. Одна из них — это не совсем картина, это даже, наверное, больше инсталляция, трофей. Мне кажется, она лучшая из них. Она просто самая впечатляющая, потому что это из папье-маше, сделана голова человека, который как бы именно на уровне головы закован в решетку. И он как бы... Его тело не в тюрьме, но голова всегда остается в тюрьме. Вот. А другие две картины, одна из них маленькая, это «Учитель Зо, укрывающийся от смерти». Это картина по мотивам моего сна про моего школьного учителя Изо, который когда-то... В общем, я издевалась над своим учителем Изо в школе почему-то. А он мне всегда говорил, что, ну, Мира, вот ты же можешь рисовать, ты можешь делать что-то. Но почему-то у меня это вызывало какое-то отторжение. Я действительно спустя много лет стала рисовать. И он приснился мне и сказал, ну я же говорил во сне. И вот я нарисовала его такого стоящего в кровавом тазу. Но мне больше нравится, в принципе, в Петербурге арт-ситуация. Мне больше нравится то, как проходят выставки в Петербурге, потому что мне кажется, что Петербург вообще, ну что ли, более дружелюбный город такой. И... открытый ко всему новому, открытый, люди открыты друг к другу и относятся к творчеству друг друга тоже, ну, что ли, более почтительно. И здесь можно... Здесь чувствуешь себя более комфортно, я думаю, вот, чем в Москве, потому что в Москве очень силен, я бы так сказала, дух соперничества даже между художниками.